Друзья, обратите внимание. Как четко движется крановое оборудование. А все потому, что крановое оборудование движется под панелями теплопанель. Конечно же, я шучу. Мы сейчас находимся в городе Краснознаменск. И под потолком у нас установлены потолочные водяные низкотемпературные системы отопления и теплопанель. Эти системы известны тем, что устанавливаются на потолке. Они водяные, то есть вы подаете горячую воду, и сверху вниз тепло распространяется по всему помещению. У многих возникает вопрос, как все тепло же поднимается вверх. На самом деле вверх поднимается теплый воздух, а тепло распространяется во все стороны. В нашем случае оно распространяется сверху вниз. Для более глубокого изучения на нашем YouTube-канале во вкладке «Семинары», «Вебинары» вы найдете более подробное объяснение, почему и как работают панели. А вкратце, мы сейчас находимся на реализованном объекте. Это завод «Атлант». Он производит крановое оборудование. У себя в цеху они установили данную систему отопления. Все отлично у них работает. У них освобождается пространство вдоль стен. Обратите внимание, все впритык. То есть никаких радиаторов, батарей, тепловых пушек. За счет того, что у нас панели располагаются под потолком, вы можете внутри менять конфигурацию помещения по вашему желанию. Один большой контур, ничего лишнего. Все, установили и забыли. Эксплуатировать не надо. Все соединения, фитинг, пресс-пресс, фитинг, пресс, накидная гайка. Зажали, обжали, запустили и забыли. Наслаждайтесь процессом, занимайтесь бизнесом, любимой работой. В общем, всеми теми делами, которые вам необходимы для развития бизнеса. Поэтому, друзья, оставляйте заявку по ссылке под видеороликом, подписывайтесь на наш канал, и в ближайшее время вы узнаете, как работает система и где еще можно применять.